И всем привет, дорогие друзья, с вами Russian Gamer. И сегодня я хотел бы записать гайд на программу для создания моделей под названием Тично. Данная программа служит для создания моделей в игре Minecraft, ну, для модеров, вот. Делать не все очень и очень просто. Что ж, не будем тянуть кота за одно место и приступаем. Чтобы создать, тут как... Многие, наверное, покажутся похожим, как и в Word. Делаем новый файл, новый New Project. Model name, допустим, 1, 2, 3. Возьмем это варианты статуи модели. То есть вот это волк, паук, свинья, странник края, крипер, корова, человек и без стартовой модели. Я выбираю человека. Также можно выбрать разрешение текстур, 128. Без разницы, вот. Можно также самому сделать, допустим, 50. Тут 40. Ну, таких текстур я не думаю, что будет тяжело такие текстуры найти в интернете, поэтому 32. И тут 32. Текст. Рит. Вот. Я так не до конца разобрался с одной функцией. Подождите еще раз. Project. Text. Вот, все. Теперь лучше. Как вы видите, у нас появилась такая вот фигурка, то есть моделька Стива. Мы можем при помощи вот этих параметров наклонять его, как хотите. Допустим, можно сделать вот так, наклонить ему голову. Рука может повернуться вокруг своей оси. Может сделать вот так вот на 100. То есть на 360 градусов можно выбрать. Как угодно. Вот. Можно еще вот так вот, допустим, вот так поднять. Вот. Также можно, допустим, переместить ее в пространство, смотрите. Вот видите, она перемещается. Можно также переместить ее вместе с моделью. Как видите, синий шарик не остается после нее. Для чего это служит, я объясню позже. Текст. Теперь как же создавать сами модели? Когда я только пришел в программу, когда еще не было этой программы, я думал, что все очень просто. Наподобие Paint. Ну, оказалось, все гораздо сложнее. Вот давайте, допустим, возьмем. Кликаем сюда. Пис, то бишь кусочек. Кусочек один, в общем. И создаем новую часть. Допустим, сейчас я его выведу. Вот. Можно... О, у меня даже появилась идея, что мы можем сейчас взять. Вот это разные параметры. То есть, как координаты X, U, Z. Высота... Это... Юг, север и запад, восток. Как видите, вот так вот она. И вот. И сейчас смотреть. Так же вот, как и... Так, подождите. Так же, как и до этого. Мы можем ее провернуть, смотрите. Так, вот не получилось. Я не знаю, от чего это зависит, но в некоторых случаях не получается развернуть. Так, теперь смотрите. Видите, у нас есть PIS1, вот смотрите. Нет. А, ну ладно. Вот, смотрите. Вот у нас есть. Теперь берем. Сдаем еще один shape. Shape 2. И Вот, видите, когда я нажимаю position, так как это вот эта одна модель и эта одна модель, видите, piece 1. Вот это piece, это вот этот кружочек. Вот. Из-за него перемещаются обе модели. Смотрите. Допустим. Так, что просил FPS. Как вы видите, перемещаются обе модели друг за другом. Но, если... Я вот сейчас верну обратно. Текст. Но если, допустим, нам надо, чтобы двигалась только эта модель или только эта, мы берем и нажимаем выбираем уже эти клавиши. Смотрите.
Берем. Так. Так. Берем вот так вот. Поднимаем. Еще один в бок. Теперь тут. Нет, тут. Вот так вот. Теперь берем, поднимаем. Нет, не так вот. Вот так вот. Поднимаем. И получаем что-то наподобие такой вот тумбочки. Вот это сама тумбочка и эта ручка. И да, эта ручка, вот. Сейчас я покажу пример создания более сложной модели. Так, и я продолжаю съемку. Вот, смотрите. Я уже открыл. Так, стоп, что это? Все, вот. Ночку немного подгрузила, вот. Это моя модель, которую делал. Если кто-то играл в такую игру, как Fallout, то они должны помнить, там была такая группировка, как Братство Стали. Вот, я решил сделать, ну, быстренько, где-то минут за 5 сделал вот такую вот модельку. Ну, элитный паладин Братства Стали. То есть у него есть пип-бой. Если кто-то помнит по игре, то это была очень редкая вещь там. И ей обладали только люди из убежища и немногие другие, вот. ПНВ тоже достаточно редкая вещь, кто помнит. Из игры. Ну, а так вот он существенно от обычной модельки ничем не отличается. Вот разгрузка. Тоже очень просто делать. У меня также еще я делал броню, но это совсем... Она совсем плохая. Вот. Там такая же разгрузка, только получше. И еще, если кто помнит, то я... Если кто смотрел такой фильм, кто знает такую франшизу, как Mad Max, Безумный Макс, то они должны помнить, там были такие войны-распады. Вот, они были в последней части и в игре 2015 года. Сейчас я продемонстрирую модельку одного войны-распада с бум-палкой. А мы продолжаем, и вот он, воин. Тоже его достаточно легко сделал, минуты за две. Но достаточно прикольная моделька, вот. Если кто помнит, такая вещь была на франшизе, как бум-палки. Они... Их надо было метать как копья, и они взрывались. Ну, их по вражеским машинам кидали, вот. Как видите, все сделано очень просто. Вот. Я это сделал минуты за две. В следующем видео я покажу вам, как накладывать текстуры на модель. Ну, а сейчас, пожалуй, я продемонстрирую вам, как сделать, как я за несколько минут, моя первая самая модель, которую я сделал минуту за две, это модель зомби-ползуна из игры Days. Дайте, пожалуйста, одну минуту. Я вернулся, я сделал модель тела, и сейчас за несколько минут я покажу, как сделать зомби-ползуна. Так, мы берем, нажимаем Delete Box, это чтобы удалять. Вот так же можно сделать вот следующий тест. Я даже не пробовал. Копий. Допустим, вот это. Так, ну, да, все понятно, вот видите. Вот, я могу встать опять. Я ее удаляю, все. Теперь делаем следующее. Берем руку. Находим нужный нам параметр. Нет, не поворот в Workspace. Вот. Делаем вот так вот. Делаем еще вот так вот. Так. Теперь вот так вот. Вот он практически готов. Ну, теперь сделаем, если кто помнит, возможно, чтобы, типа, за ним остатки внутренности получим. Берем, делаем так, крит, теперь
делаем вот такую достаточно длинную палку. Так, сам почему-то поворачивается. Ну уже. Так, делаем так. Так, открываем ее. Текс, отлично, она двигается, текс. Теперь. Нет, не то опять. Текс, только теперь увеличим длину. Вот так вот как-то. Вот будто бы у него там позвоночник. Сейчас мы можем даже добавить ребра. Сделать очень и очень просто, хотя, ну, все равно ваше. Смотрите, берем, делаем новый пис, еще один шейп, перемещаем его, так вот, так видим, чтобы его было легче, очень видно. Допустим, берем, вот берем здесь вот, теперь ну не получилось. К сожалению, я еще не до конца разбирался в программе, но я думаю, гайд был полезным. В следующем видео я расскажу, как накладывать текстуры на модели и как сделать более сложные модели. Ну, спасибо за просмотр. С вами был Russian Gamer. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч. Всем пока.